На конкурс дети читают стихи. Лазарев Илья, 4 года, город Рассказово, Андрей Усачев. Что такое День Победы? Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это пение за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это...